чем красота заключена? В чьем теле, как в тюрьме ли, в терему? Поэт, он не величина. Он не величка, спичка и отмычка, не закрывающаяся кавычка, то, без чего никак и никому. Открытый микрофон, закрытый рот, грудь раскурочена и изрешечена, чумна, чудна, чадна, черным черна. Поэт, он вовсе не величина, не метр, не метр, не ямб, не ярд, не мрот, любое из весов и мер мрет. Поэтому поэт наоборот, ни в проворот, ни в мочи, ни в попад. Он звездопад, он водопад, полураспад, болезнь без ног, идущая на спад. Он в недрах грач и в небе крот, солнце ворот, сюжетный поворот, грех сложности, святая простота, натертость от нательного креста, неопалимое забвением береста и кра.